Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Вкусный напиток против тромб и для улучшения качества крови. Излишне густая кровь может привести к образованию тромбов, что нередко становится причиной летального исхода. Уберечь себя от этого вам поможет гранатово-клюквенный напиток. Для приготовления нам понадобится 1 гранат, 100 грамм клюквы и 2 стакана воды. Гранат следует очистить, а клюкву хорошенько прополоснуть, затем оба ингредиента забросить в блендер и хорошо взбить. После чего пропускаем содержимое блендера через сито и разбавляем с 2 стаканами воды. Вуаля, вкусный разжижающий кровь напиток готов. Пьем данное средство 2 раза в день, утром и вечером. Почему именно гранат и клюква? Дело в том, что даже 50 мл гранатового сока в день помогут улучшить циркуляцию крови по всему организму, предотвратить образование тромбов, а также повысить уровень гемоглобина. Клюква же в своем составе содержит бензойную и салициловую кислоты, которые положительно влияют на свертываемость крови. Также приятным бонусом служит то, что данная ягода повышает эластичность сосудов, что значительно снижает риск различных сердечно-сосудистых заболеваний. А какие подобные полезные средства знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.